блин, бежишь там. Ты бежу. Давай живу. Ты человека не убил. Дочь я никогда не убил. Дочь я никто не убил. Пока я нет. Живо, 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 живо. Как ты? Конечно, кто же еще? Лыка не вешает. Актер любимый, я не знаю, что же теперь. Всем привет! Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в Москве. По данным свидетелей и полиции, он был пьян. Но как всегда, давайте обо всем по порядку. А перед тем, как начать, поддержите нас подпиской на канал, чтобы не пропустить другие ролики, которые выходят каждый день. Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель последнего автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, а затем умер. В отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада» на Смоленской площади в Москве, возбудили уголовное дело. Сообщило Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Москве. Уголовное дело открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 7 лет. Водителя Jeep Grand Cherokee задержали на месте происшествия. Как позже стало известно, Ефремова после ДТП со смертельным исходом отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении российского актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего может быть переквалифицировано на более тяжкую часть. Третью статью 264 Уголовного кодекса РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Она предусматривает до 12 лет лишения свободы. Еще позже было опубликовано видео момента ДТП с участием актера у здания МИД России. Видео с камер наблюдения опубликовал телеграм-канал «База». На записи видно, как автомобиль на повороте продолжает движение прямо, пересекает двойную сплошную линию и вылетает на встречную, где и врезается в другую машину. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и выехал на полосу встречного движения. Столкнулся с небольшим фургоном «Лада». Телеграм-канал «База» опубликовал фотографию водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП. По данным ресурса, жертва аварии – 57-летний уроженец Рязани. В Москве он работал водителем-курьером в интернет-магазине «Деликатес.ру». А сейчас на экране вы можете видеть кадры жены погибшего. Она сейчас находится в тяжелейшем эмоциональном состоянии. А на этом все. Пишите свои мысли в комментарии, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими. Поддержите нас подпиской, поставьте этому ролику лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Берегите себя и своих близких. Пока!